глаза ранним утром. Наблюдаю взгляды людей в попутках. Я запутался внутри будни на трибунах. Опять звери, кто-то стремится к вере. Но это до первого перепела или до снега первого. Раны зашитые кергутом загноились. Жизнь скопирована из фильмов. Все, куда ты бежишь, куда покажи, туда. Но там финиш и пропасть. Недавно родился, но уже в гроб попасть. Охота поколения бешенства эрмаксов и фото вспышек с ягуаром мартышек школьниц и детей, кто колется экстрактами мак. Оставясь в подъездах миру, пока говорят, три трупака лежат в ряд. А сверху пиздят черти на толстых щах. Они трещат о законах, выйдите из теплого дома. На вокзалах, где дети вдыхают поряд цетона. Подступ поездов растут бездомными. А ваше счастье ВКонтакте, оно оцифровано. И негде ставить пробы на нем. Вскоре этот строй ебанет последние принципы. Они станут не дороже Клинского или Винстона. Очень хочется убиться от мысли, что заблудился среди роботов в крохотной капле слезы ребенка. Вся боль мира, а вы это комкаете. Ломаете как фомкой, столь тонкая и хрупкая. В приютах полгода живут на крупах. Порой, а вы ходите в шубах, а не в ветровках зимой. Вы в кофейнях, а не в яме, где полно их. С помоями вместе, и кто-то, блять, кричит о честности передачи вести, что перечислено 200 лямов, но они уходят на поместье какой-то бляди. И мне мерзко от этой хуйни беспросветной. Люди носят крестики, но продают героин на проспектах. Общество в плесени, она там, где слишком сладко и весело. Не хватит песка, чтобы закопать позор весь этот происходящего перед нами. А вы продолжаете испражняться на форумах и спамить, лежать на душенных спальнях в алкогольном беспамятстве. Фиг с вами, но тогда не кричите о равенстве, вы не вправе.